Всем привет, это мой третий урок по созданию игр на RNP. Этот урок будет посвящен тому, как сделать кнопки двух видов. Кнопку, которая будет отвечать за то, чтобы что-то происходило при нажатии на нее. И кнопку, которая будет просто выводить значение переменной. Давайте сначала напишем кнопку, которая будет отвечать за то, чтобы, ну, допустим, скрывать интерфейс. Пишем screen. Название. Button. Вот так. Допустим. Ну или ваше название. Box. Задаем значение по Y. X-Origin. 1.0. Значение по Y. Y-Origin. 0.20. X-Maximum. Сотни. Так, теперь создадим собственную кнопку. Мы создали расположение кнопки. Пишем текст button. И тут пишем то, что будет нарисовано на нашей кнопке. Написано, допустим, скрыть. X. Interface. Все, кнопка создана, но если мы запустим проект, ничего не будет. Эта кнопка просто не будет существовать. Давайте ее создадим. Я уже создал. Переходим в Label Start и пишем Show Label. Извиняюсь. Screen. Вот название вашего скрина. Сохраняем, запускаем проект. Вот появляется наша кнопка. Нажимаем скрыть. Все исчезает. Нажимаем на любое место, опять все появляется. Так, мы создали кнопку, при нажатии на которую что-то будет. Давайте создадим кнопку, которая просто будет передавать значение переменной. Допустим, голдов. Пишем. Init block init gold, допустим, 2000 или ваше значение. Screen, название нашего скрина. Show gold. Давай отвечаем. Frame. И тоже задаем значение по Y, допустим, 1.0, так же как его скрыть, то есть по высоте. По Y, не по высоте, по ширине, короче, слева направо, или справа налево, соотношение. 0.04. Допустим, S-Box, Label, и тут уже пишем то, что будет нарисовано. Допустим, знак доллара, квадратные скобки, и переменная Gold. Здесь обязательно ставим пробел, а то некрасиво получится. Сохраняем и в проекте тоже пишем Show Screen Show Gold. Вот это. То, что вы написали вот здесь вот. Сохраняем. Запускаем наш проект.
Вот. Скрываем. Интерфейс скрывается. Пожалуйста. Так. Давайте проверим кое-что. Пишем меню. Сегодня. Дать 1000, допустим. При нажатии на которую будет выполняться следующее. Gold. Все равно 1000. Jump. Start. Даже не так, вот так вот. Label. Buttons. Green. И противоположное, альтернативное. Забрать 1000. И нажатие на которую 1000 у нас заберут. Но все равно 1000. Jump. Buttons. Green. Все писать не будем, просто переносим. Копируем, вставляем. Посмотрим, что у нас получилось. Видите, как видите, нажимаем дать 1000. Значение появляется. Забрать. Поднимается. Выходит минус. Значение можно писать от минус бесконечности до плюс бесконечности. Так что тут, в принципе, пишите все, что вы захотите. Ну что же, надеюсь, вам понравился мой урок. Я давно не снимал уроки, не было времени. Изучал C-Sharp и Unity, в принципе. Но вот нашлась свободная минута, и я решил записать урок. Скорее всего, следующий урок выйдет очень скоро. И на этом прощайте.